Но он щелкнул, что он снимает. Беременные на сноуборде, да? Я сейчас ослепла. Тебе, ты музыку слушаешь? Я слышу, что ты говоришь. Ты музыку я слушаю, да. Мне елочка это нравится. Почему у них столбы этими поролоном не проложены? Не знаю. Большие проложены, маленькие. Удобная подставка для рук. Моя тоже. Я сейчас выехала с этой штуки на середину. Да? Да. Давай вместе, я теперь за того проеду. Нет. Я сама могу свой снять. Потому что все равно нихера на тебе река у тебя не видно, потому что все это. Да я вроде почистил его. Ну все, наверное. Надо GoPro купить. Ну да, надо бы. Если он бы не снимал, он бы сам выключался. Помнишь? Я в лесу, я тогда в пихе думал, что он снимает, короче, в лесу. Еду такой весь клевый. Вот оно слышит так. Выключился, думал, сразу. Ну да. Так ты что, получается, даже кусочка нету в пихе в лесу? Он сразу, что ли, выключился? Да, он вообще не снимал. А, он не снимал. Он говорил, что батарея разряжена и выключался. Ну, кстати, зарядить его сегодня будет. Ну, обязательно. Начало ноября, блин, а? Все равно зайдет какой-то мелкий снег, идет ведь? Да непонятно, снег или дождь. Вытри маску и одень ее, ладно? Да я ее вытираю, но она снова начинает быть. Налетает же сразу. Ну лучше, чем не вытирать. Но мне и так ничего не видно, а когда она еще и вся заляпана, мне вообще ничего не видно. Зубай. Убирай ногу. Вот. Что новое?
Как, блин, на скейте. Заставили, сволочи, одевать. Да ничего.